Всем привет, друзья! Вы на канале Розы от Сережи. Сегодня у нас не будет видео. Ирина не хочет их снимать. Я просто сегодня очень сонная, как муха, еще кофе не пью. Серый пошел выбирать цветы, потому что там очень холодно. Не хочу в холодильник идти. Цветы для букета. То, что выберет, из того и делать будем. Возьми вон, может, кустовой. Ну, короче, ладно, что я тебе буду говорить? Бери, что хочешь. Ты же сам хотел брать то, что ты хочешь. Так. Так, статица. Ну, теряться будет. То хуже и вибирнума набрал. Разошелся. Так. Серый тут накосячил, уронил букет и убирает за собой. Так и да, друзья, будет видосик. Видите, все-таки Сережа сфунциклировался моментально. Так что давайте все быстренько ставим лайк, подписываемся на канал и потихонечку, помаленечку начинаем распространять и продвигать все наши видео на канале. Посмотрите, какую красоту я выбрал сегодня для букета. И посмотрим, на что способна Ирина Федоровна, сможет ли она запаковать то, что Сережа себе навыдумывал в своих фантазиях. Ну. И, конечно же, ваши комментарии, друзья, не останутся бесследными. Обязательно мы их зафиксируем и оставим на память для наших потомков. Первый, кто сегодня у нас залетает в комментарии, это Иван Петров. Красота и в букете, и в душе. Спасибо, Иван. Привет вам так передаем. Желаем вам всего самого наилучшего. Да, да, Иришечка? Да. Марина Кравцова пишет, насколько потрясающий букет. Спасибо, Мариночка. Действительно, этот букет прекрасен. Какой? Влада пишет. С герперчиками? Нет, пока не пришли еще до тех комментариев. Влада пишет, есть урок по такой упаковке. Даже не знаю, что вам ответить, Влада. Заходите в наши длинные видео на канале. Очень много у нас флоротерапии. Так что смотрите, наслаждайтесь, учитесь. Все для вас. Этот букет оформила, у меня сейчас нет с собой прозрачных. Да ладно. Нанила Питкаменна. Спасибо за урок по упаковке. Все симпатично, красиво, воздушно. Успехов в работе. Спасибо, дякуємо. Хай щастить вам. Людмила Пичугина. Оба по-своему хороши, давно смотрю вас, только сейчас заметила, что Ирина держит букет правой рукой, но в то же время он оказывается в другой, туда-сюда, туда-сюда. Супер, удачи вам. Ты что, работаешь туда-сюда, кисонька? Спасибо, Людмила. Так, Тоня. Красные розы посередине с розовой обрели новый вид. Очень красивая альтернатива. Спасибо, Тоня. Дальше. Мать, извиняемся, друзья. Клиентура прежде всего, поэтому сами понимаете. Но у нас сегодня максимально быстрое видео. Что, показывать? Ой, смотри, какая милота. Показывай, что? Это знак. Смотри, какой ты набор выбрал. Сад. Так что, это каша какая-то? Нет, мне нравится. Вот ощущение, как будто я вышла в сад, нарвала для себя цветов. Очень даже. А упаковка не лишняя? Нет, не лишняя. Ее много нету здесь. Да? Угу. Только подстричь и все. Хорошенький садовый букет. Я к этому гляну. А ты снимать будешь для себя? Да, я его сфоткаю. Обманываешь, специально сейчас на камеру говоришь, что сфоткаешь. Сама не сфоткаешь. Ладно, друзья, все, всем спасибо за внимание. Надеемся, вам понравилось видео. А если не понравилось, то и это тоже хорошо. Не переживайте насчет этого.
Все, всем пока, до новых встреч.